Доброе утро! Меня зовут Ольга Жданова. Сегодня мы с вами научимся декорировать простое обыкновенное зеркало. Для работы нам понадобится зеркало, полимерная глина, акриловые краски, зубочистка, кисточка. В основе нашей композиции лежит тропический цветок плюмерия. Для этого нам нужна глина двух цветов – белая и зеленая. Делаем 5 шариков. Для этого глину разминаем, готовим к работе. И делаем примерно 2 сантиметра подобие даже шариков. Глину катать не нужно. Делали на подобие шарика. Теперь скатали каплю. Немножко прижали рукой и разгладили край лепесточка пальчиком. Получился вот такой лепесток. Все лепестки готовы. Теперь нам нужно собрать цветок. Для этого берем лепесточки друг за другом и складываем их в одну линию ровненько. После того, как вы сложили все лепесточки в один ряд, их нужно закрутить. Правило такое, последний под первой, в цветке не должно быть ни начала, ни конца. Дальше делаем листики. Для этого берем зеленую глину. И в зависимости от того, сколько вам нужно для композиции листочков, делаем ровно такое количество шариков. Из шариков снова выкатываем каплю. Каплю мы переворачиваем и видим, что капля приняла форму листа. Далее кладем ладошку, прижимаем как следует. При этом стараемся край лепесточка сделать тоненький, а серединку потолще. Для придания фактуры можно взять зубочистку и нарисовать прожилки зубочисткой. После того, как у вас готовы листочки и цветок, их нужно подсушить. Желательно в течение суток, а затем раскрасить простыми акриловыми красками. После того, как вы слепили необходимое количество цветов и листиков, нужно создать композицию на рамке. Для этого берем цветочки ваши и выкладываем. Все приклеиваем на флористический клей-пистолет. После того, как мы приклеили свою композицию, у нас получилась вот такая замечательная рамка зеркала. Я предлагаю вам из таких простых и доступных материалов совершить свой шедевр. Всем вам доброго утра!